Всем привет! В этом видео я расскажу новую информацию по баннерам следующего обновления. Кто там вообще будет и в каком порядке пройдут эти баннеры вместе со всеми датами. Всем приятного просмотра! Уже ни для кого не секрет, что в следующем обновлении нас ожидает фестиваль поэзии в Льюэ и Манштадте. Для этого обновления уже давно были официально анонсированы два мужчины – Невилет и Ризли. Кстати, во всех последующих патчах Фонтейна новых пятизвездочных персонажей мужчин не ожидается. Так что не упустите Невилета и Ризли. А учитывая, что фестиваль обновления 4.1 связан с поэзией, в баннерах также появятся Венти и Хутао. С Венти все понятно. Он бард. Неудивительно, что он является одним из главных участников этого фестиваля. А вот Хутао также увлекается поэзией и подобными вещами. Вы ведь помните ее выступление на празднике морских фонарей? Это было круто и незабываемо. Думаю, что сюжетка главного ивента обещает быть интересной. Так вот, по новой информации, баннеры Невилета и Хутао пройдут в первой половине обновления 4.1, а начнутся они 27 сентября. Баннеры второй половины Ризли и Венти стартуют 17 октября. Пока что это не подтвержденная информация, но она подтвердится уже на этой неделе на стриме разработчиков, который должен состояться 15 сентября. Заходите в наш телеграм, чтобы не пропустить новости со стрима, баннеры, награды годовщины и быстро истекающие промокоды на 300 примагемов. Ссылка в описании. Для тех, кто ждет оставшихся архонтов, Райден и Нахиду, они будут не очень скоро, уже ближе к Новому году. Так что набирайтесь терпения и желаю всем удачи выбить своих любимых персонажей. Напишите в комментариях, будете ли вы крутить эти баннеры или скипаете. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!